Привет, ребят! Сегодня мы будем проводить эксперименты с содой и уксусом. Также для этого эксперимента нам понадобится одна большая бутылка 1,5 литра и одна маленькая бутылка 0,5 литра. Можно взять литр, а можно и 1,5 литра. Также нам понадобится трубка. Как вы видите, я уже соединил в конструкцию, но я все подробно расскажу. Трубка, любая трубка, главное, чтобы она была нормальной длины. Еще нам понадобится любая ложка, вообще любая, не имеет никакой разницы какая. Также нам понадобится целлофановый пакет и напиток, который мы будем газировать. Но я сегодня буду газировать обычную воду и попробую, какая же на вкус лучше, домашняя газированная или магазинная. Берем маленькую бутылку, в ней мы будем смешивать уксус и соду. И заливаем 1/3 бутылки уксусом. Берем 1,5-литровую бутылку или поменьше, не имеет разницы. И заливаем туда напиток, который мы будем газировать. Также нам понадобятся 2 крышки от бутылок. Надеваем их вот таким вот образом на трубку. У меня трубка была 6 мм, и потому отверстие я просверлил 6 мм. Но у вас какая трубка? Любая трубка. Можно взять трубку от капельницы, но я взял вот такую вот трубку. Надеть надо плотно и заматываем все это дело изолентой. Эту трубку просто выкинет. И ничего у нас не получится. Можно заклеить клеем, можно скотчем замотать, ну, чем угодно. Но скотч, я думаю, долго не продержится. Но мы замотаем изолентой. Берем нашу изоленту и закрепляем крышки на трубке. Вот мы замотали одну крышку. Вот такая вот конструкция у нас получилась. Я, по-моему, надежно замотал наши крышки изолентой. Примотал их к трубке надежно. Теперь, как я уже раньше говорил, наливаем 1/3 бутылки нашей маленькой уксусом. Если бутылка побольше, то меньше, чем 1/3. Вот, мы уже налили уксус в нашу бутылку. Теперь берем наш целлофановый пакет и просовываем его вот так вот в горлышко бутылки. И просовываем, чтобы у нас остался тут маленький кармашек вот такой вот. Вот так вот просовываем. Вот так вот. И делаем такой вот кармашек. И насыпаем вот туда вот внутрь соды. Теперь берем нашу бутылку. Вот мы напихали соду. Как вы видите, в пакетик и закрыли. Теперь берем, закручиваем наш пакет в несколько раз. Пододвиньте поближе крышечки. И сейчас опускаем наш пакет в бутылку в уксус. Быстро пропихиваем его туда. Закрываем эту бутылку одной крышкой, которую мы зафиксировали. Вот, закрыли. Закрываем другую бутылку. Другой крышкой, очевидно. Теперь, чтобы сделать реакцию, нам осталось просто потрясти нашу бутылку с уксусом и содой. И тогда уксус ворвется в пакет, потрясти надо сильно, и все, и пойдет реакция, газ перейдет по трубке в нашу бутылку с напитком, и наш напиток станет газированным. Наша реакция почти прекратилась, так что откручиваем. Наша вода стала газированной и очень вкусной. Я попробовал и ту, и другую воду и скажу, что магазинная вода вкуснее. Но можно газировать в домашних условиях такие напитки, которые в магазине газированными не продают. Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки! Всем удачи! Всем пока!